Качука с морепродуктами, мидии, вонгали, кальмар, лагустин и томатный соус. 780 рублей, это пока понятно, но консистенция этого супа, она слишком густая. То есть это реально самый несупный суп за всю мою 6-летнюю практику еды в ресторанах. Давайте с бульона начнем. Томатный, сладковатый, вобрал в себя морепродукты. То есть в целом вкусненько. Единственное, что сложно супом назвать. Давайте пройдемся по морепродуктам. Что у нас по креветкам, которые тут называют лагустин, причем во всех блюдах. Классная, идеально приготовленная рыба белая, не заявленная в меню. Палтус, треска, сложно понять. Что у нас по мидии? Идеально приготовленная, на замороженную не похоже. Вонголе. Тоже классно. В принципе, все, что касается морепродуктов, здесь на высшем уровне.